Radiant Team, ban. Dire Team, ban. Sack. Radiant Team, pick. Ну что ж, надеюсь, во время этой паузы не вы продумали, как они будут играть вторую карту, потому что хотелось бы увидеть более серьезную борьбу. Вообще, НИПам предстоит сегодня, помимо игры против Нави, сыграть еще и с Burden United, командой также не самой слабой. И поэтому рано расстраиваться, рано сдаваться, опускать руки. Надо приложить максимум усилий для того, чтобы выиграть хоть что-то в дриблиге. А то можно и не выйти на лан-финалы. Вот. Да, такие можно дела. И не выйти. Только играть они будут против BC Clanon. Вот. Там, так сказать, шансы побольше, чем против Burden United. Сори. Так что, если они против BC Clanon ничего не покажут, это будет, конечно, совсем для них полнейший провал. Так что вот как-то так. Но против Na'Vi надо им, естественно, сейчас пытаться хотя бы одну карту отжимать. Вот зомбаря теперь мы видим у НИПов. Na'Vi забирают не самый стандартный для нынешней доты набор героев. Ну, как минимум, вот эти два гирокоптер-то норм. А вот Shadow Demon плюс Кунка не часто заезжают. Но комба сильная, проверенная временем. Так что претензий вроде как никаких нет. Смотришь, и вроде бы все сходится. Если, допустим, даже элементарно Кунка будет суппортящий с Shadow Демоном, то трипла с Гирычем будет очень жесткая. А может так выйти, что там Кири Кунка и даже саппорт Кирокоптер с Shadow Демоном, что тоже очень-очень жестко. А НИПы, ну, Queen of Pain, Зомбар или Ширак. Пока под Лиширака нет никаких станчиков, но я думаю, что чего-то да возьму. Вполне вероятно, что это будет два даблейна и там, например, зомби плюс Queen of Pain могут пойти. А, ну теперь еще и Абадон появляется-то, да? Тут даже непонятно, что вообще задумали НИП. Абадон смотрится совсем не кстати в этом пике. Да, он, ну, у НИПов опять пик, они базируются на маленьком количестве контроля в очередной раз. И вот Абадон, он не добавляет контроля в пик совершенно никакого, то есть... Ну ладно, посмотрим, что тут у НИПов получится. Абадон не такой уж и плохой герой против Кунки на самом деле. Можно там кучу дизейблов диспелить щитом. Na'Vi забирают Дарксира, и это, походу, старая добрая комбинация, да, гирокоптер плюс Дарксир. Еще бы сейчас сюда какого-нибудь Пака или Сент-Кинга. Интересно, что все-таки Хэнс... Ну вот Пака, видишь, забанил. Так, Артстайл... Артстайл... Блин, ну я не знаю, что тут вообще НИПы придумали, у них вечно какая-то, ну они сами себе на уме, придумывают постоянно какую-то непотребщину, ну отставило, что ну, нужно какой-то, я не знаю, какого-то кэрри забанить. Окей, пусть это будет Сларк или кто-то так, еще. Так ты любишь этого Сларка? Боже, я, да, игру. Ну, просто Сларк, он, во-первых, очень часто появляется в пиках, а во-вторых, он достаточно ну, универсальный герой, который может сражаться практически против любого персонажа. Да, ну, здесь, наверное, Растайл будет этого Сларка банить, потому что у ребят Дарксир, возможно, что-то, ну, либо ренжового какого-то кэрри уберет, либо... Не знаю, может, Вайпера какого-нибудь. Тут есть лишь Рак, если он на кор-роли, то не помогут попытаться спушить. Или Бестмастер, я не знаю. Бестмастер еще остался. Его что-то вообще эти команды игнорируют. Мне кажется, маг бы за такое просто бы оторвал бы руки. Когда Бестмастера не пикают, не банят. Он, что это за ерунда? Как так? Бестмастер, Адмирал Бульдог бы там тоже тут немножко по этого понегодовал. Да, типа, ребята, а что, а как же Фурион? А как же Фурион? Не банят, пугну. Тут на самом деле после пика Абадона все становится совсем непонятно по игре НИПов, что они там задумали. Поэтому Артстайл там как-то пытался прочесть ход мыслей своих оппонентов и вот решил, что они собираются плотно пушить.
рушить. Абадон, в принципе, может хорошо подхиливать, сейвить лишь Рачка, у которого как раз-таки проблемы с хитпоинтами на начальной стадии. Зомбарь очень плотный, и там Queen of Pain имеет хорошие прокасты вместе с Лишраком. То есть чем убивать, есть чем оттеснять, есть чем забирать ТВРа. Пугна, тем более, как раз вот она бы добавила пуш-потенциал, было бы очень неплохо. Ну вот Клокверк в итоге заезжает, то есть совсем не Пугна, далеко не пушер. Вот, ну, поэтому вот этот бан, он был чисто вот пальцем в небо, а вось угадаем. Да. Прочесть подобное было бы практически нереально. Что там в голове у Ханскина, только ему одному и известно. Ну, может быть, и ему не особо пока понятно. Да, да. Ему на самом деле, вот он взял героя, который идет на харду и который имеет возможность ее инициировать. Есть отличный герой, который тоже имеет возможность инициировать, но при этом еще умеет пушить, а не пы, раз уж они собирались забирать прогероя на харду, должны были подумать о том, что надо как-то пушить, раз у них не кэри, раз они имеют меньше шансов в лейте. Почему они не взяли бестмастера? Это такой же контроль, ну, даже, возможно, лучше. Вот, плюс он очень качественно усиливает тиммейтов, ауру дает. В общем, вот этот момент мне не ясен. Забирают Нави Вайпера, и что у нас получается? Кунка. Да. Арстайл на Shadow Demon, если его хвост будет сей. А, Санейка, это саппорт у нас Кунка получается. Слушай, вообще прикольно, как бы. Саппорт Shadow Demon плюс Кунка, это. Ну, в тот момент, когда Кунку перестали пикать как кор героя, вот эта парочка персонажей, она иногда заезжает. Кунка сейчас на самом деле очень хороший герой из-за своего корабля, из-за бафа вот этого, да, который просто не позволяет вообще тебе никак умирать. Любой burst damage, который заходит, он даже саппортов не может стереть, потому что, ну, так работает ульта у Кунки. И мы видим у нипов Queen of Pain, мы видим у нипов Undying'а, поэтому под кораблем, даже если Санейка этот корабль даст вообще в никуда и, ну, попадет этим бафом по своим ребятам, то Na'Vi уже имеют огромные шансы на выигранный тимфайт, мне кажется. Так, все, готовы. Кажется, нас Na'Vi. Ну, что? Что у нас? По пику, наверное, надо пройтись. Shadow Demon будет играть Artstyle, Геракопс будет играть Хвост, Вайпер для Дэнди, Санейк играет на Кунке и Глеб на Дарксире. Арен, ты тут? Да. У нипов, значит, Ханскин будет играть зомбарем, Queen of Pain от Лимпа уже второй раз, Эра будет играть на Лишраке, Абадон Силкит и Клокверк Йонаса Фэн. Ну, побежали, ребята. Триплой вот этой Абадон Лишрак зомби довольно неприятной. Эра будет на этой трипле фармилой, а зомби Абадон 2 мили суппорта. Ну, такие суппорты очень полезные, но опять же они, не знаю, насколько много всего добьются, но вроде как против подобной триплы можно и по щам получать даже с Абадоном. А если самого Абадона ловить, убивать, то, как по мне, это было бы вообще шикарно. Ну, лично мое мнение, тут нипы могут встрять своей триплой с этим они зомбаком. Могут Рокет Баражи очень триплой жесткие. Да, они могут не только триплой встать, они могут. Они как бы и мид тут, скорее всего, проиграют, потому что Клокверк против Вайпера — это не шибко серьезный боец. Так, ну, Ханскина, который дикеями там откидывается, не хочется бить. А вот кого-то другого можно попытаться. Какого-нибудь Лишрачка, который сейчас от стада отбился. Но он бежит грамотно. Лишрак хороший. Ему в спид 320, поэтому его так просто не поймаешь. Руну кто там забрал? Клокверк. Это очень интересно видеть в миде Клокверка против Вайпера в особенности. А на топе что там? Дарксир. Ну вот Клокверк против Дарксира стоять не хочет, потому что у него там шансов мало. Несмотря на то, что типа Коги, все дела, но Iron Shell против миличников еще страшнее, чем Коги против миличников. Так как Дарксиру можно и подходить, да, к крипам стоять. А Queen of Pain, она в принципе вроде должна стоять вполне норм. Вот, каким-то чудом Дэнди не отбросила когами. Но вообще Клокверк проигрывает мид-вайперу. Это каким бы ты классным Клокверком не был, будь ты хоть трижды лучшим Клокверком всей вселенной, ты против Вайпера, да, ты не отстоишь никак. Да. Это физически невозможно. Вот, и поэтому тут как бы один лейн нипы уже так проиграли. Вот он уже Disruption, Торрент. Обрабатывают, убивать не собирается. Чисто обработочка. Ой, отстану, очень этот хорошо стрейф. Отстану, танцевался. Вот это стрейф. Иначе мог отъехать. Вот это был стрейф. Да.
Да, и вот немножко еще диванной аналитики. Вот, в общем, если посмотреть на мид и на топ, то вывод можно сделать один. Queen of Pain однозначно должна была идти в мидл, стоять против Вайпера и гораздо проще. Хвост просто разваливается. Слушай, триплата напрягает и очень плотно напрягает. Однозначно надо было стоять против Вайпера Queen of Pain, ей гораздо проще, а Клокверку явно было бы проще стоять против Дарксира, пусть там... Как бы Дарксир тоже довольно-таки напряжный молодой человек, но не настолько, как Вайпер. Ну видишь, а по какому принципу, я предполагаю, Нипы поставили подобным образом линию? Потому что очень многие команды пикают Вайпера против Queen of Pain, потому что нельзя его харасить Shadowstrike'ом, потому что ты в ответ получаешь из-за коросив скина просто. Ну это не самое страшное, что может быть. Оба фармили бы стояли и все. А так Клокверк в полной заднице будет. Как вариант, возможно, да. 0-0. Вот, первый крип на второй минуте. Поздравляем. Поэтому тут, чем бы они ни руководствовались, они явно ошиблись. Так, ну а зато вот эта трипла, которой я предрекал полный провал, она пока норм. И на топе прилетел Абадон, повесил щит, с ружьями ускоряется Дарксир, и Глеб вроде как отсюда уходит. Его убить не получится. Но то, что Абадон кинул свою линию, теперь вдвоем этим товарищам надо быть поосторожнее. Ну, вроде как Лишрак... Керри рейнджевой, поэтому будет проще стоять, даже несмотря на то, что их там меньше. И Кунка, ну, первого левела цеплять нечем, он убить не получится. Курьера ждет, походу. Да, вот если сейчас курьера бы Кунку убил, то, я не знаю, Клокверку можно было бы просто выходить из игры. Потому вешаться. Что, да, он как бы крипов добивает только рокетом, а четыре крипа нету. Так-то. Ну, 4 крипа. Это как в харде. В харде иногда больше можно заработать. Да, если крипов хорошенько проблочить, там саппортов погонять, и трипла не очень опасна, или там вообще не трипла, а дабла какая-то, да, то можно даже не только 4 крипов убить, можно еще саппорта подрезать, если он загуляет. Но здесь всем понятно, что у Клокверка жизнь сахар. Я, кстати, логотипы забыл включить. Сейчас только обратил внимание на трансляцию, подзабыл. Вот, исправился. Так, курочка летит на топ для Queen of Pain Bottle, четвертый левел Аквапы, Дарксир. Снизу Disruption, попытка взять Ханскина, Лишрак откидывается станом, ставится сразу же томба, надо эту томбу ломать под флаг-кэноном, там зомбари особо не имеет смысла бояться, но в любом случае сам зомбарь, который вот этот большой дикиями отжирается, и попробуй теперь его убей. Да, тяжеловато приходится, тяжеловато. Но ну, хвост вроде фармит. 18 крипов. Да, Гирич фармит. Фармит. И чё ему? Ему норм. Ему хорошо поймали Санейка на модруне, но контроля нету. Вот бодиблок, давай. Сможешь на 250 хп? Хотя, кстати, там дикейчик сейчас будет какой-никакой. Не, Санейк слишком быстр. Поймали тем временем Лишрака, который остался один на лейне. И вот так вот на ошибках Нави ловят своего соперника. Видит то, что два саппорта пошли контролить руну. Сразу же оп. Тут на самом деле даже не сколько ошибка всей команды Непов, сколько ошибка Эры. Потому что, ну, он же видел, что два его саппорта отошли на руну. Почему он позволил Shadow Демону подойти и себя подцепить? Ну, в этом да, большой да, вопрос. Верно. Это большой вопрос. Лишрак большой молодец. И можно сейчас опять попытаться. Хотя нет, рокет-баражи. Мана только на рокет-баражи имеется у гирокоптера. Поэтому страшновато будет драться. Левела у Кунки всего второй. Близится третий у Shadow Demon'а. Ну, тоже близится тут левелап четвертый. В миде Вайпер уже шестой. Заплевывает свой ультимейт. Попытка взять Йона в Сонгфена. Но Коги слишком долго действует. И поэтому... Убить его не удастся, тут прилетел еще Абадон. Так, Абадон прилетел, в итоге снизу можно зажаться, Нави сразу же этим пользуется, забирает зомбаря. Еще и томбочку сейчас заберут, это тоже такой некий фраг. 100 голды все-таки приятно. Так что тут опять все в плюс для Нави. Любое подключение Абадона на мид или наверх заканчивается тем, что Нави нападает и делает фраг. И трипла становится у оппонента все слабее и слабее. Вайпер тем временем обузит ботл, а Дарксир у нас чем занимается? Дарксир с рецептом Солбинга бежит до базы, там крипы очень 30 далеко. 30 крипов у него. Гирокоптера снизу забрали. Тут уже хвост решил тоже фидануть, пока его саппортов на лайне нет. Хотел подрезать парочку крипов, жадность сыграла с ним жилую шутку. Ну тут, кстати, у него вард какой-никакой имеется, там вроде бы все видел.
В общем, странно так получилось. Клокрик забрал дабл дэмэдж, у него еще нету 6-го левела, у Дэнди 7-й. Как бы, но... Можно было бы даже не вайпера пикнуть. Хотя, кстати, если бы пикнули бы не вайпера, то в мид пошла бы квапа, скорее всего. Я так думаю, откуда там, вообще? Да не забей. Я уверен на 100%, что не из-за того... Блин, мы же видели с тобой, как квапа стоит против вайпера. Она просто не качает Shadow Strike и все. В чем проблема? Боже ты мой, каким образом вообще квапа контрится вайпером? Она никак им не контрится. Ну ладно, стоишь и стоишь себе спокойно. У нее хороший начальный урон. У нее скримы, которыми можно добивать крипов. У нее блинки, которыми можно просто забирать все руны, она имеет все, чтобы стоять против вайпера идеально. Нет ни одной причины не стоять квапой против вайпера. Вот, кстати, квапи, на самом деле, было бы целесообразно потихонечку подключаться на бот, возможно, потому что ее Sonic Wave сейчас может обеспечить парочку хороших. Опа, Shadow Demon, Soul Catcher пытается зажать, зажать удается, Rocket Barrage нереально жуткий дэмэдж просто тут наносит, и Торрентом стилит, не стилит. Не получается. Все-таки геликоптер дотался этот фраг. Приятно. Хвост все-таки отъехал. Конечно, хвост тот еще фидер. Если Лишрака хотя бы дисрапшеном зацепили, то хвоста вот этим вот станом Лишрака, который катуется полчаса, его этим зацепили. Да, нормально. Фраг сделал и теперь уже хорошо. По нетворсам самый богатый у нас, естественно, вайпер. Дальше идет Лишрачок. У него там 2900 нетворса, 2700, почти 2800 имеет Дарксир и 2500 Queen of Pain. И у хвоста пока почти 2000, но почти на косарь он как раз-таки отстает, что неприятно. Лишрачок, он довольно опасен в early game. Будет вносить очень много дэмэджа магического. И с ним пока что, как мы видим, справиться не могут. Ну, ему так чуть побольше плотности. Абадон как раз-таки способен обеспечить жир. Вот, и поэтому тут Лишрак на самом деле может действительно очень много раздать. У него есть деньги на аркантапки, ему надо их, эти аркантапки, покупать. Он решил поинтбустер купить. Ну, в общем-то, тоже неплохое приобретение. У него как раз КП маловато. Аркантапки прекрасное приобретение, но Soul Ring есть у Эры, поэтому он как бы потребности внимания не испытывает. Это так для тиммейтов, команду можно сказать. Вот, походу, остался один, врубает Rocket Barrage, за спину заходит Абадон. Но, боже, как же все не нехорошо-то получается. Хвост уже ушел за вышку. Мне кажется, его любимое место на всей карте в доте после финала третьего интернешнала. Да, да. И тут его, походу, не взять. Там томбу поставили. Хвост это понимает, не показывается. Я таких, как вы, разводил. Да, да, да. Да. Но Ханскин подходит. Так, Ханскин. Сейчас бы напоролся на Rocket Barrage какой-нибудь неприятный. И в тот момент, пока Нипы насели на бот четвером, томба кончилась, Ханскин встрял, Rocket Barrage наносит очень много урона, попытка подхилить, есть щиточек, а вот кто теперь подхилит самого Абадона, непонятно. Хороший кулдаун от хвоста, и просто-напросто оформляют три фрага Нави, которые, по-моему, поделили между тремя как раз-таки игроками, по-братски так все разделили между всеми. Ну смотри, тут вообще ассисты-то все получили, деньги получили, да, все игроки. Да. Вот. А Нипы, Queen of Pain не скастила Sonic Wave. То есть я видел прям, как пытается квапа скастить этот Sonic Wave. Она его пытается скастить раз, отменяет. Скастить пытается два, отменяет. Ну и потом ей, конечно, уже дали Disruption. Она вышла из Disruption. В итоге ее стянул Darkseer. И, короче, ничего у нее так и не получилось. Возможно, был бы Sonic Wave. Может быть, хоть саппорта бы убили какого-то. Но не было элементарно даже вот раскаста от Queen of Pain хорошего. Поэтому шансы на удачный исход в этой драке, они просто стремятся в ноль у Непов, когда квапа ничего не делает. Квапа, она на то и квапа, что ее часто берут, потому что она хороша и в лейте, и в начале. Она как герокоптер, в принципе, да? Такой своеобразный герой, который хорош всегда из-за того, что у нее ульта теперь наносит pure damage. Если в ранних версиях доты мы наблюдали, как Queen of Pain для того, чтобы быть полезной в лейте, приобретает Хекс, приобретает какой-то, может быть, там Мьёльнир, Скади или подобный артефакт, да, чтобы рукой бить, не раз такое мы видели, вот, то в нынешней мете ей достаточно аганим рефрешера, да, и она уже pure damage наносит, то есть ей даже не обязательно рукой тыкать, чтобы быть полезной, у нее скорость атаки не такая хорошая, как у большинства агильных кэрри. Ее элементарно собираешь через аганим рефрешер и просто бурстишь как черт. Да. Есть такое. Так, ну и видим мы пока скопление Нави на миде. Походу они побаиваются за своего вайпера. Не знаю, правда, что-то. Кто там вообще осмелится на вайпера напасть? Типа Clockwork плюс Queen of Pain в двоечка. Ну как-то все равно сомнительно это дело выглядит.
Так, Лаквер перемещается на ботом лайн. Хороший хукшот. Дисрапшена пытается подсейвить. И вроде как получается. Но нет, ненадолго, потому что подошел Лишрак и разобрался. Там сидят Лакверка еще можно как-то подсейвить подобным, но против Лишрака ни в коем случае. Артстайл сделать ничего Ханскину не может. Но здесь уже подтянулся Дэнди. Сулкетчер закончился. Соник вейвскрим минус Артстайл. И Дэндимон тоже встрял. Слишком много народу. Успеет ли забрать еще буквально тычечку? Хорошо. И самому уйти, но нет, здесь не вариант для него. Троих теряют Нави, и только одного убивают в ответ. И это уже приятно для нипов. Вот здесь, наконец-таки, мы увидим нормальное противостояние, а не какой-то карнавал, который был в прошлой каточке. Глеб все это время. Вот, кстати, чем мне не нравится вообще Дарксир, тем, что он долгое время ничего вообще в игре не делает. 12 минут. Экшена просто уже было столько, что... Так, снизу опять драка, прокатывается молния. Пытается лишь рычаг забрать Артстайла. Артстайла, естественно, забирают. А вот эти два товарища вроде как очень побитые, а убивать их некому. Кулдаун не попадает. Вот, никого не убьет. Обыдно. Подключался бы как-то Глеб. Но, с другой стороны, может быть, ему сказали: не, братюня, забей на нас, фарми, там, первые 15 минут делай все, что хочешь, но сделай такие-то шмотки, а потом будешь с нами ходить. Я думаю, наверное, как-то так. У него 1800 голды, скорее всего, это будет покупка даггера, и если он себе на такой ранней стадии купит даггер, будет, конечно, эпично. Стягивать всех под кулдаун, а там дальше идите там, сюда, дорогие. Там не только кулдаун, там и корабль у Кунки, и торренты. В общем, если на тимплейны сыграют в замесе, я не представляю просто, что с бедными нипами будет. Так, а может быть, это и не даггер, потому что он себе купил худ. Пайп это будет. Я думал, то, что это может быть пайп, но я подумал, что как-то... Ну, блин, да, копить столько много денег, если бы это был пайп, сразу его не купить, там, компоненты к нему. Но он так интрижку сохранял, как любят это делать многие игроки. Ну, возможно, думал, да, еще пытался там как-то сообразить, что ему тут нужнее, пайп или... Ну, учитывая то, что Лишрак на боте участвовал в последнем тимфайте и получил экспу, получил золото, то есть теоретически он должен зажигать. Вот, и пайп как бы не помешал бы на команду. Если бы не было бы такого удачного размена от нипов, то вполне вероятно, что Дарксир сделал бы выбор в пользу даггера в этой... в такой ситуации, скажем. Так, ну пайпа вот он уже сделал, то есть теперь пора уже бегать с тиммейтами, помогать, потому что эта пайпа реально будет приносить очень много пользы, прям невероятно много. Этот резист, который теперь дается в виде ауры, и сама активация пайпы. Да, вот он уже подтянулся, Нави вроде как собираются вместе потихонечку, он там сейчас появится, Глеб хочет ее законтролить, Клокверк видит все это дело, нападут ли? На Дарксира с пайпой нападать может быть все очень-очень плохо. Disruption, Soulcatcher сверху. Вайпер должен заплевывать. Заплевывает. Корабль, хороший вакуум. Стенка, двоих разорвали на части. Sonic Wave тоже прокатывается очень замечательно. Но здесь уже есть пайпы. И в итоге пробить крайне сложно. Клокер пытается уйти с телепорта. Ничего не выходит. Кулдаун взлетел неприятный. И убегает отсюда Queen of Pain с блинка. Ничего не сделать. Работает пайп, работает мека, и к тому же еще и корабль Кунки. То есть, посмотри на Кунку, он бежит, его, и вот он стоит под фонтаном и коцается до да, сих пор. Корабль работает. Так, ну Нави выиграли файт, практически без шансов для оппонента. Вот оно, подключение Дарксира, которого очень сильно не хватало. И уже виден результат. Тауэр забрать не удалось. Странно, но не удалось Т1 Тауэр забрать, и это говорит нам сейчас о чем? О том, что спушить нипов будет крайне сложно. У нипов нет жесткого лейта. Если гирокоптер там нафармить себе хорошие слоты, то в принципе для нипов шансов не будет. Но они могут эту игру жестко затянуть, одеть там нереально люто своего Лишрака, одеть там Queen of Pain через какой-то рефрешер, да, гоним. Ну, в перспективе там плюс еще какие-то хексы, шмексы. И даже гирокоптер может против таких товарищей, в общем-то, ничего и не сделать. Когда на тебя там два раза будет залетать Sonic Wave, ты мало что сможешь против этого сделать. Плюс Лишрак там. Хотя бы 4-слотовый. Какой-то там Шива, БКБ, Токторин, там, не знаю. И пошел наваливать. Да, что-нибудь в этом духе. Но нипы
мне кажется, не будут пытаться Клокерк. Затягивать эту игру. Клокерк стоит на хайграунде. Такое ощущение, что Клокерк реально вышел там с какой-то харды. У него очень мало золота. Дает отличную ракету. Вот сейчас нужно влетать и Шэдоу Демон на напало на саппорта. В итоге саппорта спрятали, засейвили. Дается прокаст. Естественно, здесь никто уже Клокерка не отпустит. Наркомания начинает заполнение. Зомбарей очень много наспавнилось. Надо убивать эту Томбу. Томбу буквально на один хит остается КП. Убили Кунку. Убивают Клокерка. Дэнди тоже отвалился. Под щитом, под ультимейтом бегает Бадон. Хвосту тоже больновато. Надо хвост отойти, иначе он просто-напросто будет тоже здесь раздавлен. И что-то как-то вот этот врыв Клокверка, сумбурный, казалось бы, фейловый, приводит к очень и очень большим потерям от НАТО Свинсера. А это не пы. Не знаю, Томба же не отображается, скорее всего, в файт-рекапе, да, как вард Вид Доктора, вот, но мне кажется, что это... Так, кулдаун, Соник сразу же залетает в ответ от Queen of Pain, просто разорвали на части, успеет ли Акаша отсюда уйти, да, она успевает уйти, еще и сделала фраг перед тем, как уйти, а вот теперь Эра, оставшийся тут в живых, Крипа ударил, Крип его заблочил, боже ты мой, ну это, конечно, ну, далеко зашли, естественно, по Т2 Тауром у оппонента на 17-й минуте, при том, что даже сейчас еще Нипы по киллам проигрывают. Это что-то с чем-то. Торрент попадает на него Ханскин. Ставится Томба под Сулкетчером Зомбайр. Под Пуржом корабль пошел. Возвращают обратно Ханскина, но корабль все равно не попадает. Зомбарей очень много. Надо отсюда уносить ноги, пока ты еще на них можешь передвигаться. Да, он его оставил тоже. Не очень приятно здесь стоять. Его коцают эти зомбики. Причем, кстати, слушай, он может уже умереть. Не, все-таки убегает. Очень грамотно хит энд ранил в этой ситуации с Нейка. Да, Нави, я, честно говоря, удивлен, что получилось так, как получилось. Томбу почему-то долго никто не смог убить. Ее там, возможно, лечили, ее там, возможно, спасали. И по итогу Томба, ну, мне кажется, что она реально в этом замесе просто зарешала. Потому да, что очень она много. Нанесла очень много дэмэджа. Ну и плюс там Леший, конечно, долго жил. В затяжной драке Лешрак опасный персонаж. У него 1000 маны, он за это, ну, как бы полностью реализует эту 1000 маны. В АОЕ, скажем так, выбрасывает там... колоссальное количество дэмэджа. Я просто еще не видел, насколько было, ну, насколько человек была заюзана пайпа. То есть, если она была заюзана на всех, и несмотря на все нипы вот так вот подрались, то это тревожный звонок для Нави. Если же пайпа была криво прожата, тогда понятно, почему они так подрались. Потому что там под ультом Андайга дэмэдж магический, там вообще любой дэмэдж ходит очень больно. Ну, хотя бы магический дэмэдж, он не будет так люто влетать, и ульт Андайга, ну, короче, там долго объяснять, но эта пайпа реально очень жестко спасает от тиммейта Андайнга, пока это она активирована от спел дэмэджа. Потом к этой теме вернусь и объясню, почему от стайла сдавливают просто в секунду. Томбу наконец-таки сразу сломали. Зомбаря желательно тоже в первую очередь убить, потому что дэмэдж от него крайне противный. Зомбаря убивают, убивают Эру. Эра там тоже раскастовывается очень больно, но убить никого не могут. Только одного Шэдоу Демона забрали, и у нас тут какие-то прям лютые качели. То одни выигрывают в Саладину файт, то другие в Саладину выигрывают файт. Ребят, вы уж определитесь, господи, кто из вас тут доминирует, кто не доминирует. Потому что реально непонятно, как так можно буквально минуту назад проиграть файт в Салад, причем у себя под Т2 таверами, а потом через минуту взять и выиграть этот файт в Салад. Пайпа, что ну, ли, реально? Скорее всего, просто небольшая ошибка в замесе от Нави, я так полагаю, ну или более грамотно сыграли нипы. Тут на них напали. Очень часто проблема выигранного тимфайта стоит... Ну, с точки зрения инициации, кто первый инициирует, тот имеет больше шансов выиграть тимфайт. А так обычно получается, да? Ну да, Каша даже ты... Соник не кастанула в этом замесе, либо он в КД был на тот момент, либо просто не получилось. Только да. Если ты там врываешься на какого-нибудь Бристлбека, да, он все втерпливает, и тебя потом на развороте убивают. Такие тоже бывают случаи. Но в большинстве ситуаций, то есть грамотная инициация, она позволяет выиграть тимфайт. Вот, и здесь мы увидели то, что Нави все-таки смогли хорошо напасть, Дарксир дал отличный вакуум, там, подцепил, не дал разбежаться, ну и там плюс всякие флэкэн, баражи, колдауны и бла-бла-бла-бла-бла, и там нипы просто посыпали попытку убить Дарксира. Вообще, кому-то надо купить форстав, пора бы. Вот, например, Шэдоу Демону, Кунки или Дарксиру самому, не знаю, кому-то точно надо купить форстав, потому что играть против Клокверка без форстафа — это мавитон, мне кажется. Вот, надо все-таки как-то сейвить своих тиммейтов Навям.
Потому что, например, ну, Герокоптер мы уже много раз обсуждали. Сейчас посмотрим, похоже, будет драка или побоится Undyne. Нет, Undyne боится. Мы уже много раз обсуждали то, что Клокер не самый хороший герой против Герокоптера, потому что, ну да, до поры до времени, если ты покупаешь Бидмейл, у Герокоптера нету БКБ, то ты его нормально контришь. Но стоит только Герокоптеру приобрести Black King Bar, как он его прожимает в этих когах, ему абсолютно все равно. Дизейблишь ты его когами или, да, ну, ограничиваешь ты его движение. Он просто лупит в одну точку, и дэмэдж залетает во все. Вот, поэтому Клокерк может здесь не так идеально. Но опять-таки, был Бистмастер, он бы и лейн отлично простоял бы с Дарксиром, и с этой свайпером бы нормально бы простоял. Короче, я не понимаю, почему не пикнули Бистмастера, а взяли Клокерка в такой ситуации. Да. А вообще, по поводу Герокоптера, он же еще и против зомбаря шикарно входит, потому что эта томба, она не успевает наспаунить очень много крипов. Так, Клокер врывается на Дэн Димона, Соник Вейв опять очень хороший прокатывается, Пайпа прожимается, сжимается Хэмсон Гард, сразу же юзается в вакуум, очень много дэмэджа влетает как с одной стороны, так и с другой стороны, но у одних есть Кримсон Гард и Пайпа, которая просто все вот это вот, весь этот урон впитывает, а у других этого всего, к сожалению, нет. Торрент не попадает на Силкида, Силкид суицидится, и Queen of Pain с Лишраком отступают, ничем не могут они здесь просто помочь своим тиммейтам. Жирные, слишком жирные ребята из Нави. Единственный, наверное, кто не такой уж и жирный, это Герокоптер, но он выживает. На него тоже ДПСа мне хватило. То есть надо просто стараться хвосту чуть-чуть поосторожнее быть. Вайперу, у которого есть коррозив скин, вообще нечего бояться. У него еще и Глиммер Кейп, то есть он, в принципе, процентов так на 70 неуязвим. Его там можно только как-то поймать на диаболике и чисто забить через Sonic Wave там и руками. То есть магия его сейчас вообще не бьет. 54%, это же Magic Glimmer, у тебя там чуть ли не 100% резист появляется. А плюс еще и там рядом, если будет Tower от Pipe, то как раз таки эти 100% примерно и выходят. Так что беда. Да, забавно. То есть он по итогу рассеивает дэмэджи с коррозив скина больше, чем получает, скорее всего. Да, да, так и есть. Поэтому очень и очень тяжело приходится Непам, взяв вот таких вот маг про кастеров лютых, они напоролись на то, что у Нави очень много всяких шилдов и вайпер, который вообще, в принципе, ложил болт на все происходящее. А если учесть тот факт, что вайпер стоял там практически на тотальном фрифарме, Клокверк ему ничего сделать не мог, и то тем более, как бы с этим вайпером теперь возникают очень серьезные проблемы. За 23 минуты у него 9600 нетворса. Ну а Дарксир, который АФК фармил 13 минут без перерыва, имеет топовый нетворс, и, как мы видим, не зря фармил Клеп полностью. Как бы окупается инвестиция, которая была в него вложена. Ну и Непы решили взять небольшой перерыв, передышку, дофармить какие-то артефакты. Хэнскин понимает, что от вайпера убежать он никак не сможет, просто-напросто делает тэп-аут. Эра делать будет БКБ. Ну вот, блин, будет БКБшка, конечно, от Эры будет побольше толка, потому что, по крайней мере, он там не станется, не дизейблится, он будет бегать. Клокер дает неплохой хук. Sonic Wave не жалеется, вакуумом в коге, собственно, и затягивается, но коги сломали. Санейка живет очень долго, успевает залезть корабль, Клокер его все-таки добивает, пулдаун хороший, попытка уйти с телепорта, улетает на базу, но все-таки там и погибает. Эра, отхилили его, но вот БКБ. Не задержался. Он, кстати, 200 голды всего потерял. Да, Bloodstone, конечно, неплохая штука. За смерть потерять 200 голды вместо 400, он сейчас должен был 390 голды потерять. Потерял 200. Прикольненько. Да, если бы еще задинаился, было бы вообще красота. И Глеб начинает фармить уже вражеских нейтралов. Он купил себе аркан тапки. Мека есть у вайпера, поэтому, ну, я бы, может, подумал, что у нас Дарксир хочет прикупить себе что-то типа там вот этих супер тапочек. Но в действительности как бы нет в этом смысла, учитывая то, что Мека у нас у Дэнди. Фаннику не стоит этим заниматься. Возможно, он купил эти аркан тапки, потому что ему не хватает на все про все, да, там у него, ну, Пайпа, правда, сотню маны стоит, Кримсон Гвард бесплатный. Может, впоследствии купит какой-нибудь там рефрешер или что-нибудь в этом духе, чтоб мана была. Или тоже Bloodstone купит. Не знаю, в общем, что предпочтет Глеб в этой игре следующим слотом. Но, надеюсь, что-то прикольное. Может быть, даже Даггер. У него 1500 золота есть.
Дагер был бы не лишним на самом деле, учитывая то, что у Нави такого прям явного инициатора, супер инициатора пока что нету, пока у Дарксира нету блинка, то есть такого глобального, чтобы стянуть там твоих человек, как это может делать Клокер Кунипов, но из-за того, что у него нетворс там ниже плинтуса, конечно, не ниже плинтуса, побольше, чем у саппортов, но у него самый низший. Да все плохо, что тут уже говорить, Форкс и ПТ за 25 минут, учитывая, что ты мидер, да неважно, Клокер, не Клокер, просто будем говорить о том, что он мидер. Он умеет форс и ПТ. Все, на этом можно больше ничего не говорить. Очень мало. Ситуация плачевная для Непо. Ну и опять же, по поводу плачевной ситуации, если продолжать как бы рассказывать об этом, и, учитывая, что гирокоптер в лейте вот этих вот ребят из Непо просто будет не ощущать, просто будет уничтожать, пенетрировать, доминировать, надо не вам сейчас тащить, а они сейчас уже проигрывают, сейчас уже доминация на стороне Нави. То есть, что говорить о том, через 20 минут, какова будет картина происходящего, я думаю, не стоит. Гирыч с МКБшкой, там, может быть, с каким-то сатаником, потом еще там какой-то баттерфляй, ну, попробуйте потом ему объяснить, что не надо там делать много грязи. А Лишрачок, ну, при всем том, что если он хорошо денется, то он может дать отпор, то есть нужно будет единственное БКБшки, чтобы у гирокоптера начали действовать там 5 секунд, тогда уже будет вообще убивать. Клокерка попытка на топе поймать, Клокерк уходит с хукшота, но недалеко, Пурдом его подцепил, Рокет Барада наносит очень много урона, Дисрапшн ТП сбивает, Солкетчер сверху, и Геносов Фэн просто отправляется в таверну. Так вот, но фармит гирокоптер в разы быстрее, и Лишрак, пока он там себе это БКБ еле-еле дофармливает, пока он там дальше себе сделает какую-то еще шиву, еще что-то, то есть для того, чтобы побеждать гирокоптер в лейте, у тебя нетворс должен быть выше где-то там процентов на 35-50, вот в этом промежутке. Если ты по нетворсу от гирокоптера еще и отстаешь, то даже шансов никаких нет. Да, тут еще такая ситуация получилась, то, что они пытались разменять Рошана на Т1 вышку сверху, они не только не разменялись, но еще и отдали Клокверка. По итогу все хуже и хуже, они все дальше и дальше закапываются в эту яму выгребную, которую сами себе вырыли подобным пиком в очередной раз. Ну, кстати, может быть, даже не сколько пики дело. В апдейте писалось, что Томбу нельзя лечить. Я вот сейчас в чате прочел просто коммент. Томбу нельзя лечить. Кто написал, что можно? Томбу, ребят, можно лечить. С урипом как бы можно было и можно и в этом патче лечить. Но я не знаю почему. Я тоже читал когда патч, там было написано, Томбу теперь нельзя лечить. What? Ну, что? Другими скиллами, возможно. Ну, да, наверное, другими скиллами нельзя лечить. Я-то просто другими скиллами даже никогда не пробовал там апатоном каким-нибудь лечить Томбу. А вот с урип работает, поэтому... Такое. Томбочку можно похилить. Тэчиса, кстати говоря, тоже можно пикать против Андайнга. Я пару раз видел в пабе, как люди против Андайнга играли Тэчисом. Мины, которые наносят физурон, они дамажат Томбу, ее можно очень быстро убить. Вот это, конечно, стратегия. Ну, я выиграл ту игру. Пацан, ну, в пабе может быть, да. Пикнуть Тэчиса, типа, хе-хе, еще и дакер ему нафармит, а знаешь, типа, прыгнул в дагер, поставил виду. Да. Чтобы минку ставить. И троллфейс вообще чат. Не, ну если так, там, уже... да, или там трех милишников, можно попробовать, как вариант. Ну да, да. Я думаю, что мы на квалах International много всего забавного увидим. В прошлом году всякие тускары заходили, которых, ну, которого тогда не особо пикали. Может быть, и в этом году что-то увидим. Хусика даже видели, как заезжал. Так, хвост раздувается, сразу пытается зафокусить Томбу. Томбу довольно долго ломает. ДПС, конечно, пока еще у гирокоптера не так много, но достаточно, чтобы разорвали зомбаря. Там скинулись ребята понемножку. Вот оно, БКБ. Переждали БКБшки от своих оппонентов. И пытается Лишрак разрывать кабины. Дисрапшн подсейвили. Отставил очень побитый. Скрим прокатывается очень больно. Четверо из Нави погибли. Один из них сейчас воскресится. Хвостевич встрял. Хвостевичу желательно тут по максимуму дэмэджа нанести. Может быть, кого-то получится убить. Но нет, ничего не получается. И это минус 5, учитывая Аегис. Единственный Санейка. Такой, ребят, я не с вами. Сори. Вот так, заход на хайграунд,
4359 голды принес Непам, что как бы очень и очень и очень омрачает картину происходящего. Теперь Непы, если еще один файт хороший проведут, они могут вернуться просто-напросто в игру, а Гирыч он по-прежнему еще не имеет того ДПСа, а БКБ он уже один раз прожал. Еще так вот раза три прожмет БКБ, и все. Не имея огромного ДПСа, чтобы за 5 секунд БКБшки убить своего противника, он может встать. Акаша 3300 голды, Лишрак 2500. То есть вот вроде как, если посмотреть на графики, то по-прежнему... А нет, графики уже до 8000 спустились, по XP так вообще 4000, то есть по XP уже нет преимущества. Нави могут встрять в этой карте, им ни в коем случае нельзя расслабляться. А действия Пайпы и Кримсон Гарда с течением времени все слабее и слабее. Ну, я имею в виду именно активация. Тут 10% резиста, это круто, они всегда будут полезны. А вот абсорб дэмэджа, да, там... Но он, тем более 4 сотни, это не так уж и много. Для Лишрака это буквально там 2 пульсновы. Да, 220, а нет, 160, это с Аганима 220. Ну, 2 пульсновы плюс там еще какая-то копейка. То есть норм, сбить можно быстро. Ну, да плюс ко всему прочему, Нави таким фидом они не только дают сопернику время и артефакты для того, чтобы приобретать... что-то ерунду какую-то сказал. Не только время, но и деньги дают, да, но и помимо всего прочего, еще и Лишрак Блэстон заряжает. Вот, у него уже десяточка зарядов, то есть он быстро спавнится. Например, если у него будет там зарядов там 13-14, стоит зайти на хайграунд, там будет какой-то фортификейшн, Леший зайдет в замес, погорит, молнии покидает, подамажит, его убьют, он там через 15 секунд воскреснет и придет снова гореть. Ну, вот, и если ты за это время не сможешь там разобраться с Т3 с хайграундом, то, ну, или там со всей вражеской командой, да, то как бы будь готов к тому, что этот Лишрак развалит тебя. О чем подумал? А ведь чисто если подумать, пульснова, вот она же вообще очень красиво должна выглядеть для Лишрака. Вот представь, если бы на Лишрака сделали аркану с великолепной прорисовкой ультимейта, как вот у Цемочки сделали ульту прикольную под арканой. А вот тут он же бежит такой, в данный момент дерьмо полное, как бы прорисовка ультимейта. А вот так вот, если фантазию подключить, так это ж он же будет такой, знаешь, типа... Блин, да, это прикольно. Будет хорошо выглядеть, конечно, да, будет интересно, красиво выглядеть. Вальк вообще умеет делать красивые вещи. Да, и некрасивые тоже умеет делать. Ну, причем больше некрасивые, чем красивые. Насчет некрасивых, разве это все то, что... Да, шмоток, конечно, пару... Обычно те шмотки, помойных, которые красивые, делают не Вальк. Ну, арканы, ладно, арканы, окей, арканы у них арканы хорошие. Арканы там, да, все хорошие, за исключением, наверное, на Лину. Мне не нравится аркана на да, Лину. Да, согласен, как-то, полностью. Как-то она реально дешево. Отвратительно выглядит. Где-то я слышал то, что это первоначальная модель Калины. То есть ее такой задумывали еще там в альфа-версии Доты или там в бета-версии Доты. Я тебе больше скажу, скорее всего, во многих версиях, где, ну, точнее, все вот эти арканы, которые вышли, изначально Valve хотели такими сделать. Он вылез, слушай, какая-то слишком хорошая моделька, давай по говенье что-нибудь нарисуем, а потом вот эту модельку будем продавать. Вот. Так что нормально. А то я там остров хотел купить, что-то пару сотен миллионов долларов не хватает, надо заработать. Эра подстрял, посадили его на Марко. Кулдаун, а БКБ, да, БКБ было прожато. Вынужден был прожать БКБ, и теперь 60 секунд без БКБ. В прошлый раз что было? Все свои БКБ были прожаты, все свои одно БКБ было прожато от хвоста, а потом перетерпели и пошли драться. А теперь шока нет БКБ, и можно встрять. Но Нави после предыдущего слитого файта как-то уже с осторожностью к этому подходят. Да, чуть-чуть поаккуратнее. Хочет, наверное, хвост дофармить МКБ. Дэнди 2600 золота. Ему тут тоже, наверное, нужно. Ну, ему Аганим на самом деле не помешал бы, чтобы лучше, ну, легче было кайтить Лишрака. Санейка медальку, наверное. Ну, Солар Крест как-то не смотрится против такого пика, который есть у Непов, поэтому, наверное, целесообразно было бы купить что-то немножечко другое. Может, Дайгер тоже мобильности побольше или... Даже не знаю. Реально, даже не знаю, что можно было бы купить такого прям совсем полезного, так на первый взгляд. Вот. Кто у нас тут еще один кор-герой? Глеб. Глеб делает Аганим. Или это будет какой-нибудь тоже... Или это реально Bloodstone. То есть он купил себе Аркан Тапки, купил себе Point Booster. Может, это реально Bloodstone? Или Octarine Core? У кого? У Дарксира.
А, Доктор Инкор, кстати, не, ну я надеюсь, что... Подожди, он же только Point Booster взял. Я надеюсь, что это Аганимчик все-таки, хотя Аганимчик против таких героев не особо сильная штука. Ну не знаю, да посмотрим. Да они так нормально бьют. Актер Инкор прикольный, айтем, учитывая, что он кулдауны понижает очень жестко, как у шмоток такие, у способностей. Поэтому Актер Инкор может зайти очень неплохо. Но 7 секунд он... там, а иншо будет, ну как да, бы кулдаун. Да, в самом файте ты ничего не получишь. То есть в самом файте ты все равно раскастуешь все свои спылы, а по второму кругу как ты это? Их вряд ли успеешь. Алло, стил. Вот, я знаю, что надо собрать кунки. Кунки нужно Владмир купить. Вот что ему надо купить. Да, ему можно Владмир, ему можно Solar, хотя Solar Crest вообще ерунда тут против таких-то героев, которые не ДПСят. Ему можно, да, Владмир это, наверное, будет очень-очень неплохим вариантом. А можно вообще Dagger купить. Ну да, чтобы прям такой Dagger. Цепанул какого-нибудь Лешрака. И давай, братюни, или БКБ, или мы тебе сейчас объясним. Хотя он из Форсат примерно то же самое делает. Кунг вообще великолепен. И его КПД тоже очень жестко растет. Вот представь, у них и так все герои невероятно жирные, так они еще и под этим бафом корабля становятся, ну, вообще дубовыми. А не говоря о том, что под бафом корабля они же еще и бегают, как бешеные. Смотри, просто... смотри, что сейчас происходит. Смолки бегут НиП, а Хвост, ну, зная то, что соперник должен подходить на этого Рошана, все-таки НиП, ну, получили кое-никакое, ну, как бы, задел после, ну, вайпа Нави на хайграунде. И тут сейчас должна быть очень серьезная драка, но Хвост нашел дабл дэмэдж. У него, правда, БКБшка. Которая... А то есть он нажмет БКБ и возьмет ДД, будет кул. А если он возьмет ДД потом БКБ, то ничего не произойдет. Поэтому он так и стоит, ждет. Давайте, ребята, чего вы стесняетесь, врывайтесь. Там Рошан уже сейчас скоро появится. Вэлл в дискорд у Эры. Тоже прикольный артефакт. На самом деле. Прикольный. Если им там как следует зацепить, ну, там им сложно промахнуться на самом деле. Ну да, там рейндж каста огромный, АОЕ большое, поэтому я думаю справиться с этим Эра. Все-таки подбирает у нас Хвост дабл дэмэдж на боте. Пачка крипов такая, ну какая-никакая есть. Все-таки ее надо отпушить. Вот, что это за хрень мнутся. На голове у гирокоптера от этого вот? Что это такое? Не знаю, сварочная. Да. Сварочный экран. Какой-то. И правда. Я не очень хорошо разбираюсь в авиации, скажем так, но, по-моему, это что-то. Ничего вот подобного такое. Вы не видели еще, да. Сделали вот эти очки такие прикольные, которые раньше были. Да, у летчиков. У пилотов, у летчиков, да, которые летали на таких древних кукурузниках на всяких. Так. Поймали Хвоста, Disruption, к сожалению, не успели там задобить Сникваев, но все равно Хвосту нормально жить, по идее, можно пытаться воевать с Кинофейн, Кинофейн на рукопашную просто берет гирокоптера, и причем очень неплохо таки берет, ребята, я знаю, вынуждены отступить, Гирыч успевает там быстренько под шумочек ушуршать, тиммейты его подсейвили. Сейчас качается ПКБшки. Ай-яй-яй, ну там хукшот. Дэнди Мона все-таки не отпустили, по-моему, если бы не было хукшота, он даже успел бы уйти. Потеряли в итоге Дэнди, там Акаша ушла еле-еле, 200 хп, а Рошика здесь пытается заковырять. Бог, господи, как же долго они его будут ковырять. Не, поняли, что без вариантов, хукшот. У Клокверка Аганимчик появился, да, смотрю, что-то неудобнее как часто. Неудобнее Аганим на самом деле. Ой-ой-ой, тут еще и вакуум-то какой, посмотри, жесткий-то получился. Ну... С Соником! Все, Аганим там, Аганим у одного, Аганим у второго, и затяжные файты, как мы видим, НиПы выигрывают вообще без шансов. Два Соник Вейва, пять хукшотов там за замес, и Глеб пытается теперь убежать. Пайпа только-только откатывает от хукшота, прям мимо лба пролетел этот хукшот, но тут как ни крути, никуда уже Глеб не денется. Стяжечку на клипах, ребята! На! Получилось туда, было бы смешно, если бы он на клип стянул. Но... Ладно, не получилось. Ну что ж, Нави вайпаются. В общем-то, это по большой части из-за того, что Хвоста... Ну, Хвост за тимфайт вообще там... Хотя у него 4700 урона. Ладно, нормально он нанес дэмэджа. Глеб нанес немного урона, как я вижу, всего лишь 758. Он особо-то и не нанесет. Аганим себе купил, но этот Аганим, он полный юзлес, ну там... Ну хотя, слушай, из-за каши сделать у него 139 белого дэмэджа, тут 115, здесь 100, 120. Да, в затяжных играх, наверное, Аганим в любом случае, какие бы там герои ни были, у всех есть какая-то неплохая тыка, а эта тыка теперь еще и будет увеличиваться на 140%, там, то есть, ну,
под 200 урон будет наносить иллюзия Акаши. Примерно так же будет наносить иллюзия Лишерка, там Абдон там под 140 урон. Ну нормально, то есть если со всех, конечно, собрать, то неплохо будет. Ну, чтобы со всех собрать, надо на хайграунд зайти какой-то. Да. В действительности, прикол еще в том, что гирокоптер под флэт-кэноном быстро убивает эти иллюзии, и если ты повторно подход, проходишь через стенку, ты как бы еще раз урон получаешь. Вот, поэтому, ну, вроде как, да. Подожди, BG, какие иллюзии он убивает? Это же его иллюзии, он их не будет убивать. Фу ты, боже мой. Он их не будет убивать, не надо, хватит. Поплавился. А вообще, ну, я как бы подумал об этом, ну, блин, как прикольно Нави закомбили. Но это, оказывается... Я уже совсем просто поехал крышей. Ну, хитрый Нави. Какова ситуация? Практически в ноль ушел график по золоту, и экспа уже в зоне преимущества непов, и они чувствуют себя более чем комфортно. Аегису Лишрака 15 зарядов в Бладстоуне, это еще далеко не 6-слотовый Лишрак, то есть ему там испоинт, ну хотя как недалеко, у него, ну 2 слота приблизительно, да, то есть после того, как пропадет Аегис, ему можно помимо Аганима, ну не знаю, что предпочтет Эра, будет ли это какой-то, скажем, Октарин Кор, или он захочет Шиву сделать? Да лучше Октарин Кор, я считаю, что Октарин Кор вообще прям 100% лучше, либо Шиву, но если он повел поинт бустер, то посмотрим. Так, тут драка началась без Лишрачка, Лишрак только-только подходит сюда, также только-только подходит Шэдоу Демон, а там уже почти убили Вайпера, почти убили Зомбаря, Зомбаря пытается накрыть Меднентазом, получается это сделать, Шэдоу Страйк залетает на Гирокоптера, неприятно также Абадон, Абадона иллюзии просто... Дюривают очень больно, Санейка под Глиммеркипом пока живет, убили Артстайла, Санейка убегает, но отсюда он вряд ли уже куда-то успеет уйти, телепортится и ушел, ай да царюга, сейчас у него, кстати, залетит этот скримчик, но он его не убьет, смотрим, летит она плюха, бам. Забавно, даже тычка не долетает через телепорт, а вот скримчик все-таки долетает. Ну и размен получается у нас 1-1, а зомби байбекался еще, так вот, че это он так... Его быстро, походу, убили, байбекнулся. Вообще, НиПы очень странно начали файт без Лишрака, у которого Аегис, и еще умудрились провести его без каких-то серьезных последствий для себя. Queen of Pain, ну, если она сейчас купит себе рефрешер, ну, или хейс, потом рефрешер, то я уже не завидую. Нави уже реально будут жестко встревать. МКБ у гирокоптера. То есть в один момент просто Нави совсем забили на своего Гирыча. У хвоста, конечно, нетворс 17 тысяч, но он был по нетворсу выше, чем Лишрак. А теперь он уступает Лишраку, при том, что Гирыч должен фармить в разы быстрее, чем Лишрак. И какого черта вообще получилось? Неясно. Вот этот заход ранний на хайграунд, попытка закончить игру быстро... привела к тому, что Нави тупо просели. И лучше бы они там еще минут 5-7 пофармили бы, а уж потом бы зашли, и все было бы у них гораздо проще. То есть с МКБшечкой какой-то было бы легко. А тогда у гирокоптера ДПСа тупо не было. Он зашел, нажал БКБ, с флаг Кэнона побил. Там противники немножко почесались, и все. Solar Crest все-таки Кунка купил себе. Ну... Раз уж есть медалька, можно... Чисто минус армор против Лешего. Против, ну, Лешего, да, у которого, да, армора всего 11, то есть пофиг на мисы. Там то, что он там как бы мисы типа дает, на этот дебаф в виде мисов просто плевать. А вот минус 10 армора, это жестко против Лешрака, у которого всего 17. Так, торрент не попадает, естественно. Лешрак не боится ничего, он с Аегисом. Его теперь все боятся. Забирает тавер, Аганим себе купил, господи, там 220 дэмэджа в секунду залетает в АОЕ, это очень больно, очень, да, очень больно. Да. Там еще и Queen of Pain Sunquake он бьет как следует, поэтому тяжеловато приходится. А у Бадона нету айтемов вообще, Клокерк там что-то докупил. Да, ему не надо, Клокерк ему норм. Докупил. Undying, интересно, что у нас Undying будет делать, может он Аганим себе купит, кстати говоря. С Аганимом-то нормально будет, под 40% максимальное усиление урона. Там, это будет неприятно. Так, на батарею, да, на Денди. Да, Аганим очень жесткая штука для зомбаря, Дендимон. Слушай, как горит-то, посмотри. А у него телепорта даже нет, Денди, вот в своем стиле. Я не продам Квиллу на 44-й минуте, потому что она мне очень-очень нужна. Вот ТП мне не надо. Ну и в итоге Денди умирает очень глупо. Эра...
Но вот Клокверка здесь не было. Но на самом деле нажимать БКБ и ТПА вот тоже такая была бы себе идея, потому что это рулетка. Если бы был Клокверк, он бы сбил этот телепорт. Но мы-то видим, что Клокверка нет, и стоило бы. В любом случае, ты БКБ прожал. Так что прожать БКБ и нажать ТПА вот, в надежде, что Клокверка рядом нет, стоило бы. Поэтому вот эта Аквила опять выходит Дандимону боком. Ну вот, вот жадность, жадность. Она вот, его один раз уже подвела. Да, на самом деле, тут помним мы, когда. Мы понимаем, что здесь как бы далеко не то, что там было, поэтому тут себе Нави могут позволить пофаниться там где-то, ну точнее не пофаниться, а просто где-то допустить ошибки. Все-таки сейчас я лично считаю, что не надо потеть в полную, надо играть на расслабоне, по фанчику, на позитиве, без каких-либо там, ну, мега-пота, иначе тебя может элементарно не хватить на те самые квалификации. Так, и... У нас сомбочка такая. Мышечка села. Так, пошел фортификейшн. Походу будут давать эту вышку Нави. Здесь уже зайти очень тяжело. Хотя, посмотри, пошла X-марочка. ПКБ ждет Эра. Эра заходит. Пушок Шадоу Демона. Отлично, минус Шадоу Демон. Фартится Дэнди сюда. Телепорт он отменяет. И еще один фраг в копилочку Эры. И, ну, там он же сделал фраг, да? Он сделал фраг и зарядил Бладстоун еще. Ко всему прочему. Да, у него уже 4500. Очень скоро. Вот, казалось бы, и Will of Discord хочется продать, да, чтобы купить себе, например, Шиву. Но он будет Октаринкор делать, да, да. Это очень приятная игра для Лешрака в том плане, что у противника нет жесткого физдэмэджа, как ни странно. При том, что есть гирокоптер, но нет жесткого физдэмэджа и нет жесткого минус армора. Как это часто бывает, всякие СФы, всякие там, не знаю, ну, те же медальки, там, винги. И так далее, да. Да, то есть тут вроде есть Solar Crest, появился слишком поздно, и физдпс на тот момент особого не было. Даже если ты минус арморишь, пофиг. Поймали Сенейка, убили, походу чего-то там себе хотел дофармить, и в итоге теперь его не будет 54 секунды, а он без байбека. Ого, баттерфляй появляется у Дэнди. А у хвоста 5600. То есть хвост говорит: ребят, все нормально, сейчас рапиру возьму. Я там пару каточек вот таких вам выигрывал. Сейчас, сейчас, чуть-чуть подождите. Подождите. Да, хвоста на самом деле таким пиком, который есть у них, хвоста в касании не убить. Sonic Wave бьет пьюр, но БКБ, нажатый гирокоптером своевременно, скажем так, позволит ему весь свой флаг кэннон расстрелять, как минимум. А когда у тебя будет рапира, ты нормально надамажишь этим флаг кэнноном. Другой вопрос, что делать, когда БКБ кончится? Вот. Отступать в ужасе или драться до конца и надеяться на победу в тимфайсе? Ну, баттерфляй делает, ну, баттерфляй. Ну, тоже понятно, баттерфляй, что рисковать не хочется, само собой. Интересно, кстати, почему он решил все-таки баттерфляй делать, чтобы якобы быстрее бить? Или... Дэмэджа 60 дает баттерфляй, вроде как неплохо. Сингл таргет ДПС увеличит, того же Лешерка надо именно таким дэмэджем стараться убивать, потому что в большинстве своем проблема будет составлять именно он. Поэтому надо увеличивать свой DPS. Так, а что там? Лешрак проверил, нет ли тут курьера случайно. Вот и баттер хвостом. А байбек? А байбека-то нет. А байбека-то нет. Хекс отстайл. Стрелялся у них на одного артстайла. Это может быть очень неприятно для нипов. Вот эта комбинация. Просто шикарно. Корабль по троим залетает. Пошел прокаст на ту свинцеры. Пытается отсюда отойти Queen of Pain. У него БКП. Она, в принципе, контролирует ситуацию. Эра развалился. Через 15 секунд воскресит. Но у него нет. А, нет, у него есть тревела. Но если файт столько продлится, то, может быть, он еще придет и добьет. Ребят из Нави. Хвоста убили. Санейка убили. Мансует здесь Глеб, Вайпер. А, все, кончился наш файт. Хы. А нет, еще не кончился. Акаша поднимает Юлы. Лешрачок там с тревелами бежит, бежит, бежит. Хочет кого-либо догнать. Ой-ой-ой, как там иллюзии. Просто, просто сносит кедрилям собачьим. Три штуки от квапы. А как от квапы-то три штуки получилось? Я просто не видел, какие там, по-моему, шадоудемоновские. Две шадоудемоновские со стенки. Все, да. Боже, ну там Акаша просто отлетела от них. Она даже сама не поняла, что произошло. То оп, сдох. ВТФ. ВТФ. ОГ. Да, Лешрак и правда быстро воскрешается, и вот ему в замесе этого Октаринкора сейчас очень не хватило. Если бы он хотя бы немножечко лайфстилился от того ДПСа, который он вносил, я думаю, ну,
он бы в этом файте не умер бы так быстро, и у Навей было бы еще больше проблем. Ну, дискорды теперь надо куда-то девать и купить себе Шиву. Я думаю, это единственный айтем, который теперь для Широку еще нужен. Либо Хекс можно купить еще. Ну, Хекс тоже так себе смотрится. Ну да, тут надо, конечно, как следует подумать. Первое, что нужно сделать, это апнуть Травала. Потому что если Лешрак, ну, идет, ему можно идти вместе с первым, либо быстро воскрешаться и прилетать в файт, как вариант. Либо там, если как-то его подцепили, убили, то можно байбекнуться или опять быстро воскреситься и сделать телепорт на героя. Потому что, как мы знаем, на 50-й минуте драки иногда идут в таких местах, где на крипа не портанешься. Вот. И апнутый Травала, по сути, ну, позволят в некоторых моментах приносить огромную пользу своей команде. Это уже, кстати, я хотел сказать, когда вот здесь был тимфайт. Помнишь, без Лешрака, который по топу шел с Аегисом, вот если бы у него в тот момент были апнутые Травала, может быть бы этот тимфайт закончился совершенно иначе. Там, где Undyne байбекнулся. Ну да. Вот. Там он бы прилетел и пожег, ребят, а... не вышло. Пришлось пешочком, да, пришлось пешочком. Ну, блин, тогда у него вариантов особо не было. Ему надо было другие шмотки покупать, а не Травала грейдить. Кофа бежит впереди всех и улит Шэдоу Демона, чтобы тот ее не подцепил. Хекс, Варкс-то позже, она все скинула. Так, вообще, что произошло? Вакуум мимо? Слушай, какая драка для команды Нави. Стенку вроде поставили, но... Ну, заходит Леша и просто горит. И кто его может фокусить? Санейка вешает... Да, и он отхиливается. Посмотрите, как он жестко отхиливается от своего ультимейта, от своих спылов. Но в любом случае его пытаются здесь как-то забрать. А Абадон там очень жестко тоже подсейвливает. И в итоге вот этот замес, который был направлен полностью на убийство Лешрака, закончился тем, что все игроки Нави в таверне, а Лешрак жив. В таверне только один Undyne. А если смотреть на Хелсбайр и Непов, то можно даже немножечко удивиться. Потому что, ну, Кирокоптер, который, казалось бы, должен стереть... на такой стадии все, что там рядом стоит, он ничего не смог. Это все почему? Потому что Нави поторопились, потому что надо было еще постакать, надо было еще пофармить. И игра, я уверяю на 100%, что верните буквально вот этот момент, когда они пошли после Рошина на хайграунд, верните этот момент, заставьте просто ребят из Нави еще там 7 минут пофармить, и потом пусть только идут после приобретения МКБ, вот тогда был бы совсем другой разговор. Ну, тогда бы, конечно, были байбеки от Непов, ну, хотя бы ты выбил вот байбеки, а не проиграл после Салопендру файт. Поэтому здесь Нави, ну, я думаю, они полностью понимают, в чем причина, почему они вот так вот сейчас проигрывают, но уже поздно что-либо делать, нужно играть в тех условиях, которые созданы. На самом деле, Нави могут выиграть тимфайт только благодаря идеальному прокасту от Дарксира и Кунки. Если Кунка и Дарксир не делают то, что они могут сделать в идеале, то мы видим, что получается. То есть там напали на Квапу, дали весь прокаст от Кунки в Квапу. Она, естественно, не попала ни на торрент, ни на корабль, никуда. Дарксир прыгнул с Блинкдаггера, поражал вакуум, никого не стянул. Заходит Непы со всех сторон, поставили стенку, там буквально две иллюзии со стенки. Ну и все, Лешрак всех сжигает. Вот, поэтому, если я в начале игры драфта говорил то, что у Нави вот этот вот Кунка, который может этим своим кораблем даже не попасть в оппонента, а просто дать баф. Сейчас уже такая стадия игры, что одного бафа недостаточно. Надо еще и дизейблить, надо еще и попадать. Шиву действительно покупает Лешрак, так сказать, на будущее. Когда у него кончится Аегис или он его потратит, он сможет эту Шиву себе притарабанить. И, так сказать, уже так не будут быстро. И будут еще медленнее этого Лешрака бить. Тут вот, даже не главное, чтобы армора было побольше, а да, то, что так спид понизится, это тоже, конечно, очень бонус приятно. Приятно. Ну, плюс замедление, кайтить, там, бегать рядом, да, гореть. Да, вот, то есть да. Этот артефакт, он очень хорошо подходит текущему Лешраку в данной мете. И походу тут что у нас решили? Санейка подумал, нафиг нас, ребята, я пошел спид пушить. Нет, все-таки повесил на крип, а Solar Crest и делает телепорт. Ну, единственный... минус такой существенный пик и нип в том, что вот в данной ситуации в том, что они не могут быстро ломать хайграунд. Хотя, в принципе, когда нет крипов, это нормально, диалоги не жжет. Ракета сейчас в него прилетит и нормально. По таймингу залетает, ну, там щит весили.
Ну, если бы ракета попала, то сдиспелил бы Абадон. Вот у Абадона вообще ничего нету. Вот он просто бегает таким практически мертвым грузом, таскает гем, у него нету там ауры какой-то полезной, да, на свою команду. И тем не менее, он выигрывает. В прошлой игре, во-первых, выжил, да, за счет своего ультимейта, а во-вторых, он столько хп, как бы, восполнил лишь раку вот этот щит, там, хил, щит, хил, 5 секунд кулдаун хила по 250 за каждый. Ну, блин, 10 секунд, и ты просто восстанавливаешь своему тиммейту очень и очень много хп. Так, отбивается кулдаун, эру забрать не удалось. Пока что, как минимум, забрали. Вакуум, БКБ закончилось. Соник Вейв прокатывается не совсем хороший, не так, как хотелось бы. Хотя это под действием корабля, наверное, не так больно залетело. Сейчас корабль закончит свое действие, и уже начнутся проблемы. Альтрачок уже новенький, без БКБ, но все-таки там и ребята из Нави тоже без БКБшек. Станом не попадает, не попадает станчиком. Ну и у гирокоптера порвали. А у гирокоптера есть байбек. В этот раз все-таки байбек имеется. Отступит ли? Отступят НИПы? Нет. Диаболики подрубаются. Молнии. БКБ хоста в кулдауне, поэтому его так сильно не боятся. Торин попадает, толку от него нет. Под щитами, под хилами. Абадон по-прежнему сзади подхиливает. 20 секунд ему до ультимейта, поэтому Абадону сейчас немного страшновато. Один лишь рак просто гонит всю команду Нави. Настолько страшный козел. Хлопает ушами, ломает бараки. Вообще, очень классно во всей этой ситуации сыграл Клокер. То есть, вот эти форстафы вечно. Он только что, вот, например, последним... И Клокер вырывается, правда, на крит-поп. Опять же, хороший прокат от Кевича. Вместе с Дарксиром залетает корабль, хвост. Форсят его, ускорили, пытается хвост убежать и вроде как уйдет. Там еще действие корабля сейчас закончится, и хвост вообще будет лоу хпшный. Лишрак продолжает дамажить очень много. Дендимон при всем том, что имеет большой магический резист, но все равно проседает от этого же Лишрака довольно плотненько. До сих пор не удается сломать бараки. Боже, как же долго здесь дрались НИПы, но сломать так и ничего не смогли. Хвоста там с горем пополам засейвили, хвост возвращается, дефит линию, и Нави отбились. Боже, как же тут долго дрались НИПы. Это что-то невероятное. Можно отметить Клокерка во всем этом замесе. Он, кстати говоря, делал байбек. Я вот только сейчас заметил. Он, ну, то есть ворвался уже там в середине драки где-то. То есть не первый раз, уже второй, когда он врывался. Он запер там то ли одного, то ли двоих игроков команды Нави. И еще умудрился шаду демона в коге форсануть. Насколько, ну, по крайней мере, я видел, что стоял за когами. И потом после форстаф он отказался. Я чекнул Клокерка, у него был в кулдауне форстаф. Я подумал, что это он его форсанул. Возможно, так оно и было. И вот этот момент мне очень понравился. Но по факту что мы имеем? НИПы пытались зайти на клиф. Да, они поломали Т3, они покоцали бараки. Но, как бы сейчас сказал Каспер, бараки НИПы били милишные. Если вот они в ближайшее время не зайдут, то в стороне можно тщетно. Сейчас я на такой мысли себя поймал. Что Донди купил невероятно трэш useless item. И, может быть, даже хвост купил то же самое. Баттерфлейтом. Для гирокоптера еще ладно, 60 дамага это круто, но Дэнди мог бы купить себе Мьёльнир. Ты представляешь, сколько бы прыжков от молний залетало бы по НИПам? Ты понимаешь, это вообще просто вот этой тамбы, от этого периодического урона от Лишрака. Там, по-моему, даже диаболики провоцируют Мьёльнир. Это просто ад. Тамба молния хлеще, чем от Зевса, хрена колоба по всей карте. Это просто забей. То есть это был бы просто топовый айтем. Но сам баттерфляй просто ничего, ну, как бы, не дает вайперу. Просто он, тупо ничего. Да, он не то, что как бы ничего не дает. Он, в принципе, дает, он просто используется, ну, не на брать максимум. Его без мясов. Да. Ну, вот представь, что у противника есть МКБ. Ты купишь баттерфляй? Нет. Считай, что вот тут в этой игре тебя никто с руки не бьет. Зачем тебе баттерфляй? Ну, то есть брать баттерфляй только из-за ДПСа, так купи себе МКБ, купи себе Дейдалус, купи себе любой другой шмот, ну, который дает ТПС. Зачем тебе баттерфляй? Это сатаник для гирокоптера, как вариант. Ему этот сатаник... Ой, я курочка! Сейчас даже о вайпере говорю. Для гирокоптера это еще ладно. Ого, 4100. 400, что там? Там, возможно, был сатаник как раз для гирокоптера. У него, вот посмотри, он сейчас потратил все деньги, у него нет золота. А у него байбек и так, КД, поэтому деваться было некуда. И курьеры, конечно, профукали совсем. Да, но игра в любом случае замечательная. 37 на 38, 59 минут просто нон-стоп экшена. Команды с цепи сорвались. Давай месить друг друга.
не по-детски. Противостояние магов-кастеров против довольно неплохого лейта в виде гирокоптера, да? Но пока непонятно, кто же в этом побоище победит. Болики подрубаются, лишь рычаг подрубает БКБ, юзает Стинчики. Два Соник Вейва заходят просто нереально. Вот только корабль спасает от неминуемой гибели. Хвост отсюда просто пытается уйти, но понимаешь, что надо драться, иначе как тиммейты без него там не справятся. Один, второй падает, два суппорта в таверне. Блинкаут от Queen of Pain. Зомбарь все это время живет, и экстра дамадж от этого присутствия зомбаря очень и очень неприятный. С ним ничего сделать не могут. Наконец-таки линию, которую тут очень долгое время не выломали, сносят. И, ну, хватит ли им сил сломать еще один лайн? Пока нету Кунки и Шадоу Демона, вряд ли они успеют. То есть тут надо подойти еще. Ну, сломать они точно не сломают, могут Т3 покоцать. Ну, потеряли на авилинию, ну, ничего страшного в этом нету. В действительности нету. На 60-й минуте, когда у тебя там Дарксир, Гирокоптер, и, в общем, ладно, бокс этой линии. Главное, ну, не потерять вторую, потому что, потеряв вторую линию, тебе будет очень тяжело выйти с базы. Ну, хотя, слушай, все-таки пытаются НИПы. Уже Т3 практически упала. Леший руками даже эту вышечку разменивает без дьяволиков. Нормально. Попадает стан в хвостах. Вот, Соник пошел с хиксом. Это минус хвост, это у которого нету байбека. Да, и тут уже ГГ, тут уже 100% ГГ, как бы сейчас Нави не старались, без гирокоптера они не смогут справиться с Лешраком, у которого еще и байбек есть, и тревела грейджены, и как бы он просто плевал на все происходящее. Нави тут уже могут со спокойной совестью писать ГГ. Ну, сыграли хорошо Нави, просто замечательно сыграли. Единственный минус — это то, что они поторопились, все-таки вот... не самое серьезное отношение к этой карте, так как у них, в принципе, на Dream League все нормально. Не самое серьезное отношение привело к тому, что в этой карте они, ну, вакуум, стенка, да, ниты могут позабить вообще на все, что происходит, и сломать бараки. Лешерчак, да, 70 давай, секунд бараки, бараки грызи. 70 секунд без гирокоптера — это большая проблема, но тем не менее Нави не сдаются, попадает в станд Дензи, летят молнии. Ну тут что одним, что другим, пофиг на дэмэдж, да, вот в таком. Да, именно друг друга не особо, но Нави не сдаются. Нави будут играть до конца, даже из таких условий они собираются выкарабкаться, посмотрим, что у них получится. Ребят, дота только начинается, сейчас у нас будет, походу, вот это, рекорды будут по количеству минут сыгранных. Ну, надо две рапиры. Вот Саник и рапиру, и еще рапиру вместо баттерфляя. Тогда, может быть, что-то получится. В противном случае, всего-то, я не верю. Всего-то 12 тысяч набрать. Да, ерунда, сейчас хвост справится. С трех лайнов, ну, крипы идут. Подефают. Ты ж да, пипец. К тому же, подефают, и нормально будет, как там дела у квапы. Квапы... Ну, вместо Юла можно еще что-то приобрести. На самом деле, вот думает Лимп, продает Юл, покупает себе гиперстоун. Можно, кстати, муншарт затарить и захавать его. То есть, опять-таки, вариантов, ну, дополнительно можно развиваться. Можно много муншартов захавать. Разве? По-моему, только один. Можно один захавать? Я просто не знаю. Я просто вообще ни одного не кавал этого. Я не знаю, каков на вкус но этот. Ну, doesn't stack написано. То есть, да? Да. А, ну тогда... Ну, да, что, это, знаешь, тоже так сделали, как будто будет игра, в которой... сможет кто-то скушать больше одного муншарда. Ну, серьезно. Ну, ты помнишь игру на третьем интернешнале, где там китайцы играют? Там, да, вон Лишрак бы сейчас мог бы пару таких камушков съесть, а чё? Ему бы атак лишним не был. Серьезно, иди скушай, будешь сурки наваливать. Там же не только атак спит, там еще дополнительный вижу ночью, тоже как бы приятно. Или нет, он не дает? Нет, когда ты кушаешь, по-моему, уже не дает. Не дает уже? Ну, ладно, ну чё, атак спит нормально, у него рука 250, ну, 220 там с лишним, под аурой Владмира у него там 250. Все равно деньги некуда, поэтому в любом случае нормально. Можно ему вообще, нечего продавать. Можно Агоним... вообще взять просто себе вторую курицу, купить туда некровку, купить туда рефрешер и добить как вариант. Ну, это правда надо пальчики иметь очень ловкие, чтобы постоянно прикладывать все это дело. Да, это ерунда. Но... Вот, смотри, как он притащил, сожрал, посмотри. Вот. Съел, да? Не, написано, что дает 60 скорость атаки, да, только 60 скорость атаки. Про ночной вижен ничего не говорится. То есть ночной вижен дает только целым муншарда по ходу. Конечно, конечно. Ну вот, нормас, чё. Можно было бы 2 захавать, он бы 2 захавал. Так, вам хераса купила. Ну, тоже хороший артефакт для того, чтобы пушить все-таки. Так
она там уже с руки наваливает нормально. Блин, вот... Эх, Петя, он момчик купил, видишь, уже на Джор есть что. Купил бы ты себе Мьёльнир, боже, как же ж мне интересно посмотреть на то, как бы жестко. Мьёльнир купил бы Денди, и Мьёльнир купил бы себе Дарксир. Все, Фаник с Денди могли бы вот этими Мьёльнирами просто... отпенетрировать. Там же такой адский дэмэдж залетал. Ну блин, блин, блин. Эх, реально обидно. Вот я мне, ну, не одну такую игру замечаю, где Мьёльнир мог бы зайти просто великолепно. И почему-то про него всегда забывают. Но вот Вайпер этот баттер, блин, реально не нужен. А вот Мьёльнир, ну блин. Ну ладно, ладно. Против Лешрака вообще нереально люто заходит. Я даже какой-то ролик потом сделаю. Пусть Лешрак нажмет свои диаболики, нажмет ульту, и будет рядом с ним стоять какой-нибудь чувачок плотный, типа Вайпера, и нажмет на себя Мьёльнир. Даже бить будет его в ответ, просто под Мьёльниром будет стоять. Посмотрим, сколько дэмэджа влетит Лешраку в ответочку. Он, по-моему, сам больше получит, чем нанесет. Так, Sonic Wave первый заходит очень неплохо. Юзается рефрешер. Там еще и два кекса, как бы, два БКБ у Акаши. Еще один Sonic Wave взлетает с Санейка. Санейк очень видно, но Санейка под действием корабля там немного живет, но его все же Queen of Pain догоняет, нож в спину и с руки добивает. Два саппорта команды Na'Vi в таверне, Хвостевича тоже туда отправляет вперед ногами, и ГГВП пишут Na'Vi. Ну, хорошая игра, очень хорошая игра. Спасибо, да, командам. Я рад, что все-таки Na'Vi не выиграли первую, точнее вторую игру так же жестко, как они выиграли первую. Хотелось все-таки посмотреть за два дня хоть что-то стоящее, потому что по факту у нас вчера не было таких, ну, прям действительно интересных игр. Это вот первая игра за... первая карта за, ну, такое достаточно продолжительное время на Dream League, которую можно, не стесняясь, там, пересмотреть, или там, кто подошел, например, к середине матча, или кто, наоборот, там, только начало посмотрел, не успел досмотреть концовку. Но на этом у нас не все.